Еще один момент, на который надо обращать внимание, на высоких лекарственных растениях, таких вот крапива двудомная или иван-чай, вот киприус калисты, очень часто можно встретить вьюнок. Вот он вьется, вот здесь вот поближе я сниму. Вот он вьется, да, видите? Вот это листья крапивы явно. Вот. А вот это вот у нас вьюнок. И он вдоль стебля вьется, его достаточно сложно отделить, особенно от крапивы, которая печется. Вьюнок нужно обязательно убирать, если вы собираете крапиву или иван-чай. Дело даже не в том, что его примесь как-то испортит сами свойства. Дело в том, что вьюнок сам по себе обладает слабительными свойствами. И поэтому иногда люди собирают лекарственные растения, потом у них начинается понос, и они думают, что это они что-то неправильно взяли, какое-то растение, или неправильно определили, и вообще это растение им не подходит. Вот, например, у моих знакомых с василисником такое было. Но на самом деле здесь очень часто причиной является именно то, что не был убран вьюнок. Поэтому там, где вьюнка очень много, лучше лекарственные растения не брать или брать их в той части, где вьюнок не попадает, и тщательно-тщательно его убирать. Если вы хотите узнать о других тонкостях сбора лекарственных растений, то подписывайтесь на канал, ставьте лайк и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за внимание.